Доброе утро, все мои хорошие. И вот мы пересекли границу и направляемся на автобусе в путь до Трабзона. А там пересядем уже на автобус Трабзон-Мерсин. Нас проводили дети, прошли границу. Ну, были очереди, но без никаких проблем не было. В дьюти-фри мы купили алкогольные напитки. И еще чачу перевозили. И никто не остановил, никто ничего не спросил. Но для тех, кто перевозит спиртные напитки, всем рекомендую их перелить в пластиковые бутылки из-под боржоми или на Беглаве. И у вас не будет никаких проблем. Ну, 5 литров на одного человека можно. Еще по одной бутылке из дьюти-фри мы взяли. Так что, мои хорошие, вот так мы удачно перешли. Я даже сама не ожидала, что нас даже не спросили ни о чем. Вот мы направляемся. Не спали. Внуки как чувствовали, что я уезжаю. Хныкали всю ночь. Надеюсь, что в дороге мы поспим. Смотрите, какие чайки. Спят. Такое красивое море. Прощай, Черное море. До встречи. Привет, мои хорошие. Я дома, я в Мерсине. Посмотрите, какая прекрасная погода. Солнышко, тепло. У нас мы как уехали, позвонили нам и видели по телевизору, что там такие дожди. Наводнение даже было в Артвине, что дороги перекрыли. Мы успели прорваться, как говорится. И выехали, слава богу, доехали хорошо. Ну и были в дороге 24 часа. Автобус был комфортабельный, кресла такие широкие, не чувствовали усталость. Очень часто мы останавливались в пути на отдых, выходили, то кушали, то там отдыхали. Но было очень, конечно, нудно ехать. Я всю дорогу проспала, потому что последние дни я вообще не могла нормально спать ночью. Внуки по ночам просыпались по несколько раз. Они спали со мной. Хотела вот именно с ними поспать и промучилась, как говорится. Просыпались, маму хотели. В общем, мы доехали. Слава богу, вчера не могла заснять вам видео, потому что мой балкон был ужасно грязный, цветы от тяжести попадали. Посмотрите, какие цветы у меня выросли. Посмотрите, какая прелесть, какие-то огромные такие. У меня столько восхищения вообще, вы себе не представляете. Я оставила их маленькими, соседка поливала их, а приехала, вот посмотрите, какие у меня цветочки. Вот сейчас желтенький цветочек упал. А этот вот цветочек мама мне дала, плющ, я его пересадила в 4 горшка. Вот такие вот мои цветочки. И еще, посмотрите, покажу вам все. Убралась, перемыла все вчера. И вот только сегодня решила вам заснять. А это, посмотрите, какая красота выросла. А это тот фрукт. Что за чудо-фрукт? Есть видео. Представляете, мне сказали, что нужно в апреле посадить только его. А я решила 2 семя. Положила в землю и уехала. А посмотрите, приехала, что меня ждет. Уже и цветочков столько, и он идет. Так что скоро, наверное, я буду собирать урожай. Смотрите, какая прелесть, мои холёси такие. А это еще не все. Посмотрите на эту прелесть. От тяжести они упали у меня. Весь балкон был в земле. Представляете, как разрослись. Это такое дерево, вот так вот делаешь его, трогаешь. И такой запах приятный, орегано. И этот разросся. Вот у меня, знаете, какая получилась? Вот в Турции делают мейве табак, то есть тарелку из фруктов. А у меня вышел чичек табак, тарелка из цветочков. Ну, в общем, я переставила это пока сюда. Посмотрите, как цветочки мои разошлись. Ох, какие красивые. А это вообще, посмотрите, тут 4 вида. Это деток пустил. Эти тоже вот выросли, хотя он погибал у меня. И этот, посмотрите, и этот, забыла название, вырос как такой красивый кактус. Сейчас
Не могу вспомнить, представляете, забыла. А это сюда. В общем, мои хорошие, перемыла я чемоданы, свои сумки, и это перемыла, столы перемыла. Привела в порядок свою залу, полила цветочки. Этот у меня тоже разросся. А это дерево как выросло. Мой муж говорит, скоро, говорит, не смогу его перетаскивать, с силой перетащил. Посмотрите. И вот еще я что сделаю. Мне мама подарила вот хрустальные стаканы. Я сегодня пока не перемыла все их. Расставила такая вот. Это перемыла, расставила их всех. И вот решила вам заснять такую красоту. И ну еще в следующий раз еще перевезу. Дороги просто так. Трудно было. Мы в две коробки положили их. В общем, много бумаги, газеты завернули. Слава Богу, все довезли в целости и сохранности. А это, посмотрите, сувениры из Грузии. Вот этот сувенирчик нам дали в ресторане Тавадури, в грузинском, где музыка такая была. Представляете, почетный гость был мой. Муж был почетным гостем, потому что мы не раз его посещали. Здесь я вот так переставила фотографии наши. И вот в стаканчике моего мужа. В общем, мои хорошие, сейчас перейду на другой балкон. Перешли на другой балкон. Сумки сушу, все перестирала. Даже коврик перестирала. Полно стирки. Цветочки мои переставила. Мой мерсин любимый. Посмотрите, какие у меня цветочки. Этот как разросся. Все разрослись. Гвоздичка моя хорошая. В общем, я решила сюда перенести вот это каланхой, потому что там им жарко, а здесь, может, они хорошо возьмутся. А вот эти цветочки по утрам раскрыты. В общем, приготовила мою кровать. Буду отдыхать, но сейчас время пока не до отдыха. В общем, все вот так приготовила, друзья мои. Я такая счастливая, я у себя дома. Где нехорошо, а дома лучше. Смотрите, мой мерсин, жара, тепло. Мы здесь укрываемся под простынями еще всю ночь. А в Батуми мы укрывались под одеялом теплым. Представляете? Небо какое замечательное. И прогнозит только солнце и солнце. А в Грузии дожди, дожди. Но я обожаю Грузию. Мы еще вернемся. И очень скоро, надеюсь. Но вот это мой мерсин. Завтра базар. Мы пойдем на базар. В общем, я настолько счастлива. Вы себе не представляете. Позвонила моим деткам. Уже несколько раз общались. Они так и просятся, забери нас с собой. В общем, буду заканчивать, мои хорошие. Смотрите мои видео. Буду удивлять вас в Мерсине сейчас. Всех люблю вас и целую, мои дорогие. И постепенно буду просматривать каждого. Сейчас немножко приду в себя. Еще доделаю кое-какие дела. И примусь за работу на Ютубе. А также за работу в компании Global Intergold. У нас такие большие перемены и перспективы в хорошем плане, что если вы хотите зарабатывать, жить хорошо и не думать о завтрашнем дне, то есть думать о завтрашнем дне, но не думать, как купить себе хлеб насущный, как получить эту несчастную пенсию, самую маленькую, как говорится, и жить, радоваться жизни, не существовать, то вы должны присоединиться в наш золотой бизнес компании Global Intergold. Смотрите мои посты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Подписывайтесь, регистрируйтесь, регистрация бесплатная. Поверьте, что это того стоит. Всех люблю и целую. С вами была Светлана Ата.